Швейцарии. Приехали сегодня в Люцерн. Вот я нахожусь здесь. Монумент называется «Умирающий лев». Расскажу немножко историю. Когда Людовик XVI покидал во время революции свои владения, он бежал, и остались люди, которые защищали все эти владения. Их было достаточно много, и их в итоге, конечно, всех переубивали. Вот. И в честь этих всех людей как раз сделали вот такую вот скульптуру. Это одна из достопримечательностей Люцерна. В общем, мы в Люцерне. И завтра у нас здесь концерт. Вчера мы отыграли концерт. Где мы были? В Женеве. В Женеве. Мы отыграли концерт в Женеве в новом отреставрированном театре. Вот. И сегодня мы здесь. У нас вечер свободный. И завтра у нас концерт. И потом мы едем дальше, а потом будет самое интересное. Потом будет Милан и собор, в котором Верди дирижировал первый раз свой реквием. Так что держите руку на пульсе и расскажу, покажу, что будет дальше. Нет. Прикольно, да. Нужно тебя держать. Ну все, хватит. Always observing the nature is interesting. Вот так. Thank you.
I'll intoxicate you. Chase me. I'll be yours forever for a day. Chase me or I'll fly away. If I'm hiding out of sight, try harder and get me alone tonight. 'Cause I'd rather be tangled up with you. The hunter always loves a thrill, more hungry for it than a kill. So thrill me, darling, with those baby blues. Beyond the moonbeams, chase me. I'll be yours forever for a day. Chase me or I'll slip away. The best of things will disappear, though the feelings last a souvenir. But a scent of memory treats you like a fool. Heaven's waiting on your lips. I'll dissolve beneath your fingertips. And you... Вот мы приехали в Экс-ан-Прованс, это наш зал, в котором сегодня у нас концерт будет. Thank you.
Yeah, we are now in Aix-en-Provence. This is tonight is our 14th concert out of 15, so nearly done with the tour. And I have to say it was a wonderful experience with this choir, with this orchestra, and especially with Theo, to work this intensely on this piece. And Verdi Requiem is one of my favorite pieces in the oratorio, so it was really a pleasure to be here. And I have to say, after a certain amount of concerts, I was a bit worried if we could pull it off again to have this musical intensity. But I have to say, every concert Theo was able to get the most out of everything, everyone and everything. And I have to say, with every concert, I have the feeling we achieved a little bit more. So it's a never-ending journey. So it's wonderful to be part of this, and it's very rare to have a conductor like this too, who's able to have this musicality and the technique to show whatever he wants in the moment, and at the same time he's always friendly and so much fun to work with. So I think that's one of the most exciting tours I have done so far. Калимера, Офилос Му. Добрый день, друзья. Вот и наконец-то мы приехали в Грецию. Наконец-то мы в Афинах, наконец-то красота, прекрасная погода, солнце, море и Парфенон. На фоне Парфенона я снимаю для вас, наверное, последнее видео из нашего Верди-тура. У нас сегодня последний концерт в Мегарон. Это здесь самый большой культурная площадка, где мы сегодня будем играть последний заключительный концерт Верди-тура. Мы прошли большой путь, практически целый месяц мы пели в разных странах, в разных городах. И очень хорошо то, что завершаем мы именно в Афинах, потому что это знаковое место и для нашего маэстро, и для нас, и для меня в частности. И сегодняшний концерт хотим посвятить всем тем людям, которых уже с нами нет, но которых мы помним и которые, конечно, наблюдают за нами сверху, и они всегда с нами, и я надеюсь, что сегодня мы сможем полностью отдать часть своей души и сделать что-то действительно магическое. Я очень рада, что вы с нами и что вы очень много пишете. Хочу поблагодарить всех наших поклонников, которые пишут и поддерживают, и смотрят, и наблюдают за нашей жизнью. И мы вам передаем большой привет, мы вас любим, и до новых встреч!
Ребята, поздравляю! Не знаю, можно так.